Здорово, господа, с вами Пронагибатор Нео Папа. И сейчас будет еще один гайд на Виномантлера. Где я закупился как дракончиком против нас. Так. Как всегда, чувачки, смотрите, прокач через варды. Блять, ну куда я попал в эту стан? Прокач через варды. Ну не слабая сейчас. Нафиг, вардишка. Я тебя вам показывал, да, там первый раз, кстати, я гайд уже делал на него. Еще раз. Может, это летсплей будет. Более-менее. Летсплей. Ой, блин, ну, кажется, на кофе это надо. Я вообще хотел сразу взять. Так. Ешку, давайте ешку мы. Я всегда ее разок, один раз я всегда ее качаю для замедления, для больше ее смысла нету качать. Так, ну тут надо ауру уже делать, потому что, видите, ауру надо по-любому поставить, потому что если к нам пушатся, мы не. И мы никак их не можем контролить. Хорошо, когда он не сильно пушится, но когда он сильно пушится, это очень плохо. Какаша. Барда эти будут задалбывать. Нафиг тут вот стоит. Блин, они сейчас меня сольют. Ну, на гвард, видите, они там... ой, блин, сейчас ТП. Ух. Повезло. Какой левел, ну? Да, видите, на мансера тут. Пойдем колечко купим. Маленькое колечко, по-любому. Хочу эти собрать тревела. Вард, конечно, вард увеличиваем. Ой, блин, кто-то... Смотрите, от мида ушел герой. А у нас вот тут такой вардишка стоит. И все палит. Смотри, все видно. Такой небольшой вардишка стоит. А уже варда тяжело сливать, да? Старайтесь сбоку сливать, он первым будет ближнего бить, видите, он герой. Я специально поставил. Он сбоку ставил. Сразу это бьет. Конечно. Оп. Они сейчас слабо варды косят, потому что я вот этот не прокачал, они не травят, видите, нет уж. Не травит он вард. Сейчас меня сольют. Я всю ману использовал. Сука, вот что есть плохо. Ладно, не будем уже на первую пользу использовать ману, только варды. Только варды. Vile advance. My loyal ward. A touch of venom. Виномальтеру трудно, короче, вышку отдать. На самом деле так. Майло, и за куру, что ли? Блин. Ладно, давайте заюзаем куру. И принесем сапожек.
Все, теперь вторую. Вторую варды. Сейчас варды у нас уже будут травить. Довольно-таки неплохо они будут травить, смотрите, по два. А в секунду он там до сих пор травит. Он видит, что там. Ну еще на траве варушка. Taste my venom. Он уже травит, хорошо. Во. Ну, нам МП... Ой, мы убежали. Нам, конечно, МП надо. Давай-ка ставим варды, они сейчас для нее съедят. Сольет, наверное, или нет? Давайте определение пока. Хорошо, что не слило. Ну, сейчас отрядение будет, да. Так. Еще берем маску, потому что маны нету. Сука. Видели, вардом добил. Надеюсь, еще убежать. Да, где там? Что, держит? Опа. Давайте возьмем на МП нум талисман. Не хватает ни команды у нас. Так, пойдем, не знаю, на виду кто там были, на вофер был или кто. Или панда. Не, давайте, нам на низу, я говорю, уже мы стоим. Нас тут не гангануть, ничего, я просто иду там по лес. Давайте дракона копить, на. Мне, конечно, не дали ничего. Не опыт, а только денег дали. Ну, пусть крышнем. Ну шо, может я на мид пойду постою? Back from death's door. Your bottom tower is under attack. Все, короче, не врываемся никуда, фармим, нам надо фармить. За счет вар мы будем фармить очень хорошо. Антиган, ну, Тиман, вар. А то видите, нас так... Я не пойму, как нас так сливаю. Давайте, на. Ставим, я ж не зря вступал на магию. Ну, просфармливаться через варды. Я ж не зря вступался так. Блядь. Три года назад мы с ней договорились. Идем к нотариусу.
Ну я просто не знаю, что это. Ну опять я влез, видели? Опять влез. Нафиг, на что я с ней перестреливался? Ладно, чуваки, сейчас я... Вот тут сейчас уже точно не буду никаких нафиг тех. Просто ставим варды, ставим и убегаем. На нас он бежит, убегаем. Не даем фидить вот сейчас вот. Варды ставим и все, нас не сольют так. Все, ребят, уже все. Антиганусский вард. Сносим нахер вышку отсюда. Это, блядь, не дело. Они, блин, разошлись очень сильно. Мы с ним не владим, будет нас нападать, убиваем сразу и все. Он нихера тут нам не сделает. Я вам говорю, они ничего нам не делают. Все, никаких нахер влет, врёв. Тогда Макаша она врывается, ульта, вся херня. Пошла она нахер. А. Да-да-да, распанила меня, да. Пошла нахер. У меня уже варды, блин. Сила. Давайте дальше ставим, у нас там подотела. Блять, ну подлечь надо было. Где-то мазал. Сука, ну говорил же, не буду лезть туда, говорил же, не буду врываться. Опять тупой врыв. Дом талисман снова собираем. Теперь собираем усилок. Ребят, усилок. Реально им вот это я сейчас вот что сливаю. Им виномансерам реально тут через змеи им реально не трудно слиться. Как это? Ну ставишь змеи и все. Я сейчас вот видите 4 раза слился. Если... Лезу просто лезу. Вот сейчас я не буду уже лезть, уже точно все. Вышки, только пушить. Только пуш и все, никаких нахер этих. Только злостный пуш и все. Потом на топе на мид пуш. Ставим вышки дальше, не надо, давайте тут ставим. Чтоб не котали крипы. Ну далеко я поставил, пачку просто из варда ставим дальше. Блять, вард видели, мой кто-то пропал он что ли. Да-да-да, я тебя не вижу, друг. Им под вышкой нахер надо. Думаете, я его не вижу. Вот так надо было все сразу играть. Вот видите, как я сейчас играю аккуратно. Никаких нахер замесов. Никаких замесов, друг. Никаких замесов не будет. Я за счет вардов буду фармиться. Достань, что ты хочешь, что и делай. Мне как-то пофигу. Я к тебе врываться не буду и все. Да, слил. Ну ладно, слил, хорошо, молодцы. Пропушили. Да. Пошлите вы нахрен. Да. Присосался, хотел уже
навалять. Дулю вам, ребятки, дулю. Уже хватит, сколько, 5 раз киданул. Сколько я киданул, очень интересно. 4 раза. Ну, в этот раз я сейчас не буду такие редиски. Ставим антиганный вар. Несколько антиган вардов. Четыре еще не все. Потеряно означает. Чуваки, 4 это мало. Мы сейчас распаримся за счет варды. Они уже по 7 травят. Да-да-да. Догнал. Покосал. У меня сапог регенит меня быстрее, чем ты меня кусаешь. Делаем штучку. Блять, сбился контроль. Вы видели это? Снова сбился контроль. Блять. Ну я тут сам стою, блядь. Че я тут сам стою? Дебилоиды. Я пойду на мид и все. Пошлите они нахуй, блядь. Где наш бегает еще один дебил? Кто там со мной стоял? Они тут кучей кружат, а я сам там стою. Уже б мид бы я давно пронес бы, если б, сука. Что ты тут качаешься? Давайте идем нахуй, сносим мид. Надо было, сука, сразу идти сюда сносить. Меня дули тут спасли. Да-да-да. Вышку сносить, а пусть вышку смотрят. Идем теперь на топ. Блядь, ну что тут происходит? Блядь. Застанет, я тут сам, блядь, кинет первой. Давайте, усилок, усилок надо, ребят, усилок. Нам для ульты надо, ты же давно должен был собрать. Потому что через змей фармы, ну блин, ну тупо я в этот раз играл, это по-любому. Первый раз я лучше их играл на меду, потому что на меду стоял. Но мансер это вообще злостный тоже не для. Ну мы идем сносить. Вышку сносим, они нам нанизу, мы им тут вторую попробуем снести. Блять, заебал. Да, давайте на топе.
with Viv and Venom. Та вышка сильная. Yes. А тут мы пронесли мир. Да, там панкер, осталось шампунь. Да. Бля, ну там замес, ну там замес. Я не в замесе, смотрите, ребят. Я думаю, надо валить оттуда. Нет, ну вот меня охота нет. Agitation. Да, проверяй. Смотрите, yes. Я сейчас не ставлю по своим ходу змей. Как в прошлый раз. А надо, я же говорю, надо на своем ходу ставить змею. Бежите, перекадешилась, ставьте змей. Нахер вы сюда идете? Змей, по КД ставьте, вы видите, где герои, где кто. Сейчас бы хорошо бы зайти. Я ставлю сейчас потихоньку. Not yet. With Vim and Venom. Блять, В! Наконец-то В нажал. Ну, трави его, во. Затравило, видели? Оно, короче, ульта, она действует, когда у нас на нем вторая накидана. Если, по-моему, ульта не убьет, если там последний, короче, один хп осталось, но у нее нету яда. Да, по-моему, не снесет ничего, не сорвет его. Вот видите, как минимум оставляет единицу здоровья. А ульта оставляет единицу здоровья, этот яд берет, добивает. Давайте уже продадим его. МП у нас и так очень много. Ну я фигово сейчас вроде сыграл. Обычно я на ней утверски как нагибаю. Давай тогда фармим, мы сейчас хорошо фармим. Да, я на мастер. Ты хорошо фармишь. Ладно, они уже сами его там дали. Сука, шмыгнула, видели? Что за пауза? Ну нахуй, блядь, от тебя это нужно. Отжимайте, будем еще ждать, они нас нагибают. F9! Сука, ну я не... Ну он, блин, нет, рвануло или нет, я не знаю. Да, рвануло. Сейчас будет сильно травить. Им.
Наконец-то усилок, 24-я минута. Я обычно на нем быстрее намного фармлю. А потом сейчас сливался очень часто. Через змей он усилок у вас очень быстро фармится. Toxic attack. Варды по КД ставьте, ребятки. По КД. Они вам сразу будете видеть, что где кто-то бегает. Ну видите, мои варды стоят. Все палят. Agitation. Да, у меня, блядь, ну на какой нахер обход? Какой нахер обход? Ну пойдем, ладно. На салют. Мы вас не видим, ребятки. Мы вас не видим. Смотрите, рыба, блядь, зашла сюда. A touch of venom. Watch this spot. Думает, как ни в чем не бывало. With vim and venom. Quick as venom. Go for me. With vim and venom. The plague on our foes. Инвиз, вот инвиз хорошо бы сейчас. Violet Vance. Impaled. Well wanted. Назвали ты нахер отсюда. Парни, что ты нас лысил. My plague our enemies. Я не знаю. Зортовы. Attack. Ну видишь, тут надо уже в лесу уставить. My loyal ward. Что, ребятки, что я вам скажу? Что им еще собрать сейчас, да? It's not time yet. Ну, инвиз, инвиз. Ему инвиз очень хорошо идет. Давайте его соберем, мы будем... Спасаться. О, давайте на низу вышку снесем. Да пиздец. Ну это слили, это слил, это слил. Хотя смотрите. А, блин, что происходит? Ну, видите, что творится в наших лесах? Я двоих подряд слил. Троих подряд, видите, теперь и убить.
Неплохо мне золото дали. А сейчас будет инвиз. Хотя не знаю, не, наверное, против жабы этой. Против этой рыбы, короче, инвиз собирать как-то. Неохота. Да будет Саша Яша тогда. По-любому. Для скорости. Для скорости и всей фигни, конечно, будет Саша Яша, да, ясно. Яша. Так как у нас много хп. 412 скорость, но будем очень быстро бежать, когда ее дособираем. Вот именно, временно, ну что, не иду. Боимся, ладно. Боимся, ребятки, боимся мы. Вон локера подача, 108, да, блин, я его не перепарнил. Кто там резор собирает? Надо глянуть, что у резора. Ничего, я думал, у него может уже... Давай, жук! Но я рыбу не траванул. Да и тупо было. Тупо было первому вырваться. Ну ладно, будем ждать. Будем ждать. Значит, будем ждать. Ну же, видите, ой, сюда. Все фигово так пошло. А, разор, разор, погнал. Нажимаю. Нам надо 16. Скоро 16, они будут. Не знаю, что они будут делать. Quick as venom. Давай, где там, блин, Яша? Во! Going. Наконец-то наши додумались. You can't run from the venomous one. Plague on him. Ну и где ты нахуй, цепляй, кого-то решил купить. Yes. Not yet. A plague on our foes. Yeah.
Но он затравит его, а рыбу надо, вот эту вот надо травить рыбу, что он сейчас... О, он сольет его или нет, вот интересно. Да, 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 слил. Я специально его травил вардом. Ну что мы видим? Меня похоже... Хорошо сливают. Ребятки, меня хорошо сливает. Вот надо нам вот эту вот штучку собрать, чтобы все было хорошо. Чтоб мы по максимуму дамага нанесли. Так будет резор. Бедный. Они вообще обнаглели первого виномантера контри. Пойдем туда, парни, нам чуть-чуть она недорого стоит, а пользы от нее очень много будет. Тем более в этом, сейчас в этой игре же лучше, лучшего не придумаешь собрать. Вот змеи доберут. Третий даже не доберут уже змеи. Там без вариантов. Ну, очень быстро фармит, вот так. Фармит очень хорошо через ней. Сейчас, блин, будут они меня получать просто. Двое слили наши. Без иномансера полезли, думаю, тут сейчас. Они вытянут, а вот их там. Без иномансера. Игра идет очень-очень плохо. Ладно, разберусь сами. Да, иномансера, видите, змей можно просто ставить. Вы же будет тяжело очень пропушить, если в тиме играет иномансер. Да я вам сразу говорю, так тут. Это тяжело пушить. Вот теперь можно врываться в замесы. Блять, не успел. Нет, я не успел нажать. Ну рыба, сука, на первого меня сливает. О, как я тебя пожал бы. Ну как она меня слила? То ли блин, то ли я не знаю чего. Я подлез под нее. Пиздец, ну это тупость. Она даже не блинкнулась. Если прожал бы ульту, нам бы не снесли. Я
My spirit sinks. Давай, блин, сюда, дети. Сука, не донес. Не дали дособирать, блядь. Да нет. Да все, их тут нет, не будет уже. Давайте, последние крипы. Буду хоть на одного кидать, пофиг уже будет. Я уже ульту буду на одного кидать, пофиг. Смотри, рыба сзади, на нее кидаю ульту. Ну вот одна рыба была, видели, она приближалась ко мне. Не то, что я пытался, хотя на всех кинуть бежал. Ну, с этой штукой уже можно что-нибудь на силу собирать. Нас уже быстро сливать не будут. Либо будут бояться сливать. Баттерфляй мы все равно не накопим. My venom flows again. Да, баттерфляй мы не нафармим. Что у нас рекомендованы? Видите, блин. Impaled. Но Саши Яши нету. Yes. Пойдем, где я? На, рыбешка. Она получила, все равно траванулась. Она все равно траванула, ее сейчас травится, смотрите, поскока. Давайте сделаем. Я что промазал? Они дубилы. По одному ходят, бегают. Нет бы толпой бегать. Не, они по одному. Нет, тут уже топ тоже пронесли. Да, пронесли уже. Чуваки, ну, эта игра неудачно была, то что. Да. Я сразу изначально уже неправильно прокачивал. Венику на мид бы хорошо идти. Где ты делал? А вот жаба. Где? Веника салют. Ладно, чуваки, с вами был Хроногебаторный Алпапа. До новых встреч, пока!